Это сырой картофель, потертый на крупной терке. Афин, предлагаю Афине. Ну, Афина у нас не любитель сырой картошки. А вот Марсель с удовольствием ест. Правда, похоже на сыр. Но это сырой картофель. Марсель не часто балуется, но любит. Конечно, он съест все. Замечательного вам настроения, тепла и уюта вашему дому.